Уже много лет пастушеская свирель звучит только в кино. И девушки в домотканных юбках идут на луга, разве что в этнографическом музее. Но так же, как во времена наивных пасторалей, мы связаны этой звонкой белой нитью. Ничто на свете не заменит нам густой и теплой волны молока. За каждым окном, за каждым столом, в каждой семье уже приготовлены чашки и кружки, кастрюли и кастрюльки. Чтобы утолить эту жажду, не хватит никакой цистерны. Нужна молочная река, непрерывный, неиссякаемый поток всего, что с молоком, из молока на молоке. Какие были проблемы у пастушеских идиллий? Трава зеленая, небо голубое, корова дает молоко. Но сколько нужно этих коров сегодня? И сколько нужно рабочих рук, чтобы содержать это бесчисленное стадо? Человек, непосвященный, сразу скажет – это завод. Но где еще может стоять такое оборудование? На электростанции? В научном институте? Однако это коровник. Вы не ослышались – коровник. Только очень современный, даже будущий. Почти нереально. По безупречно чистым залам ходят спокойные, как будто дрессированные коровы. Они благодушно подставляют бока непривычным рукам доярки, а хитроумным механизмам. Где же люди? Где тот нелегкий, чуть ли не круглосуточный труд, который сотни лет был неизбежен возле домашних животных? Здесь нет слова «доярка». Теперь это называется оператор машинного доения, и работа вполне соответствует названию. Дело оператора – вовремя одеть доильные стаканы, следить за техникой. Даже отключение аппарата в нужный момент происходит автоматически. Здесь нет кадровой проблемы. Чтобы попасть на комплекс, молодежь записывается в очередь. Согласитесь, это хорошая очередь. Не всякая доярка на ферме может обслужить больше 30 коров. А здесь за одну смену парень, только что окончивший школу, обслуживает спокойно, без напряжения, целое стадо в 150 голов. Доильная установка «Карусель» еще производительнее. 400 коров, 4 часа, 1 человек. В этом непрерывном движении решается одна проблема – производительности. И возникает другая – проблема индивидуального подхода к животным. Раньше доярка знала свою буренку, как говорится, в лицо. Но запомнить 1000 животных может только компьютер. Он без труда сохранит в своей электронной памяти послужной список, биографию каждой коровы, будет руководить всем процессом ее содержания. Гибкий магнитный диск пополнится, если надо, новыми данными. Это уже не зорьки и ночки. На месте привычного колокольчика электронное устройство. Каждая схема излучает свой, особый импульс. Она не позволит перепутать коров. В основании кормушки антенна-излучатель. Стоит приблизить колокольчик, и сигнал, мгновенно посланный в компьютер, включит дозатор корма. Концентрат дорогой и дефицитный, его нельзя всем раздавать поровну. Каждая корова получит столько, сколько заработала последними удоями. Удои же нужно учитывать каждый день, сравнивать, выявлять динамику. Люди давно сбились бы со счета, а электронная система ежедневно выдает бригадиру, зоотехнику точные сведения о каждой корове.
Может показаться невероятным, но компьютер способен определить даже заболевшую корову. В ту же минуту загорится на пульте тревожная красная лампочка, а если какие-то отклонения от нормы заметил сам оператор, достаточно нажать кнопку, чтобы сообщить об этом компьютеру. Для здоровой буренки откроется одна дверь, для больной – другая. Значит, действительно, завод. Но ведь они живые, и все разные. Наглядевшись на современную пастораль, хочется спросить словами Есенина, как живет теперь наша корова, грусть соломенную теребя. И вправду, как же она живет среди железа и бетона? Мы привыкли, что корова медлительна и послушна. Жует себе, и больше ничего не надо. А что там внутри? Как стучит коровье сердце в необычной новой обстановке, среди машин, которых ее предки и в глаза не видели? Что будет от резкого звука? Что будет от самой малой ошибки автомата? От собственной нерасторопности, испуга. Дело ведь не только в том, что в результате испортится настроение. Корова и молока меньше даст. Многие автоматизированные комплексы рассчитаны на свободное, беспривязное содержание. Это удобно. Но в таких условиях вступают в силу жесткие законы стада. У кормового стола первыми самые бойкие и безостенчивые. Те, что привыкли хватать лучший кусок. Их почему-то называют лидерами, хотя удои у них, как правило, средние. А те, кто на деле дает много молока, не привыкли работать боками и рогами. Они молча страдают от этого беспорядка. Наши отношения складывались веками. Теперь придется переучиваться и нам, и нашим коровам. Придется бережно и терпеливо готовить целое поколение животных к новым условиям. Пусть живое научится существовать рядом с неживым и железным. И может быть вариант большого комплекса не единственный, не окончательный. Нужно искать дальше. Создавая самую совершенную технику, мы не имеем права забывать, что перед нами все-таки не детали на заводском конвейере. И если мы хотим, чтобы они остались нашими кормилицами, мы сами должны остаться людьми, которые их понимают и любят. Thank you.